Для меня город Тюмень является таким знаковым городом, и я не то чтобы думаю, я знаю, что это мероприятие оставит след моей жизни, и я уверен, что начнется рост мой именно в этом бизнесе, этого мероприятия, поэтому я здесь. Обучение, которое впоследствии поможет вам в бизнесе достигать каких-то результатов. Наверное, это самое основное, что я ожидаю. Мне понравились реальные истории, потому что когда ты видишь реальные истории, то ты понимаешь, что все реально и все возможно, и ты еще раз убеждаешься в верно принятом решении, в том, что невозможного просто нет, и нужно верить и не бояться, и тогда все получится. Тем более с нами такая команда поддержки, которая всегда рада помочь, обучить нас. Ну что, дорогие друзья, доброй ночи, добрый вечер, здравствуйте! Как прошел сегодняшний день, в общем? Очень насыщенно, очень ярко, было много сказано, было много сделано. Потрясающие люди, которые растут и развиваются, и апофеоз этот клуб, тюменская организация, просто потрясающие, ребята молодцы.